Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада новой встрече с вами. Сегодня снимаю обзор на женственные, элегантные, в большинстве своем даже офисные платья. Их у меня 18 моделей, поэтому данное видео я, скорее всего, разобью на две части. Все эти платья пошиты на одной фабрике. Не буду останавливаться на качестве пошива каждого платья. Сразу скажу, что оно хорошее. Итак, давайте, наконец, приступать к обзору. Все ссылки на все сегодняшние платья, как всегда, я оставлю в описании под видео. Всем приятного просмотра. Начать хочу с летнего, светлого и очень легкого льняного платья. Мне очень понравился его материал, необычная обработка пройм и его плетеный поясок. Второе платье напротив плотное, теплое, больше подходящее скорее на осень. Также понравился его крой проймы, создающие как бы маленькие рукавчики. Необычное строение здесь горловины, оно с борками. Само платье очень приталенное, на нем присутствуют многочисленные выточки и длина его больше, чем у прошлого платья. Следующее платье черное, также приталенное, хорошо садящееся по фигуре. У него также удачный небольшой рукав, необычные защипы, идущие от горловины, и снова многочисленные выточки для лучшей посадки. Следующее платье у меня в васильковом цвете с воланами, идущими вдоль пройм. У этого платья, в отличие от трех предыдущих, V-образный вырез горловины, золотая металлическая молния на спинке и для лучшей приталенности на платье имеется поясок. Следующее платье в насыщенном красном цвете, также очень понравилась его модель. Снова тот же крой проймы, что и у второго платья, состоящие небольшие рукавчики. Две присборки у него, одна под горловиной, вторая в области талии. Длина у этого платья приличная, на обратной стороне потайная молния до середины спинки. Следующее платье снова интересного, насыщенного, глубокого цвета. Здесь длина рукава уже больше, чем у предыдущих платьев. V-образный вырез, защипы на плечах и снова многочисленные выточки для хорошей посадки по фигуре. Три следующих платья я заказала для своей мамы. Первое с бежевым верхом и черной юбкой. Рукава у него, как и у предыдущего платья, длинные, с манжетами. Вырез у него полукругом. На спинке золотая молния, очень длинная. На талии находится поясок
с вот такими золотистыми элементами в качестве застежки. Следующее платье зефирного цвета в ретро-стиле. У него квадратная горловина, выражена скроена талия. Дальше вот такие вот интересные элементы под талией. Рукава снова удлиненные, на спинке очень глубокая молния. И последнее платье в этой части утепленное в сером цвете с очень глубоким вырезом. Дальше с вот таким интересным необычным элементом на талии. Материал действительно очень плотный и теплый. Подойдет на холодное лето и осень. Рукава опять же удлиненные. Длина самого платья здесь не очень большая. И на юбке присутствует вот такой запах. На сегодня это все платья. Оставшиеся 9 платьев смотрите во второй части этого видео. Оно выйдет очень скоро. Чтобы ее увидеть, обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого. Все ссылки на все платья найдете в описании под видео. Мы с вами увидимся в следующем обзоре. Всем до скорых встреч!